Ребята, всем привет! Вы на канале Хоттабыч ТВ, и сегодня я забрал Мерседес. И я, короче, ребята, ну, вы, наверное, по названию уже поняли то, что я сегодня покупаю себе новый дом, виллу. Там хаус, в котором я живу, я его не буду продавать. Ну, и, короче, вон он на заднем плане. А я куплю себе дом, виллу. И там хаус я, короче, пока не буду продавать. И, наверное, вообще не буду продавать. Короче, встретимся возле виллы. Вот, короче, я уже приехал. Вот он, вот. Сейчас я вам покажу дом. Вот такой вот он. Красивый, большой. Ой. Он стоит 500 тысяч долларов. Все, ребят, я купил. Это мой дом теперь. Офигеть, какой крутой мне. Ой, сегодня хороший день. Мерседес забрал и дом купил. Вот, короче, он такой. Ну, короче, попросите, я... Пишите в комментариях, снять мне на него обзор или нет. Это, короче, вот такой вот тут частные сектора. Вот, и вот у меня вот дом тут. А, вы знаете, у меня дача еще там есть. Ну, вы помните, куда я ездил, где у меня там, где я еще X6 показывала на трассе, вон туда вот как ездить. Короче, ее я там продаю, кому надо, покупайте. Мерседес, кстати, ребят, я тоже продаю. Да, продаю Мерседес. Кому надо, пишите мне в личку ВКонтакте. Ну ладно, по катушечке можно еще что-нибудь поделать. Ну, короче... Если что-нибудь еще придумаю, я включусь, короче. Мерседес, короче, загнал в гараж вот так вот. Ребята, угадайте сейчас, в какой машине. Возможно, кто-то угадал, возможно, кто-то не угадал. Я сейчас в BMW X6. А, ребята, короче... Это, ребята, X6M. Ой, конус сбил. Ну ладно, ничего, он все равно не нужен. Сейчас я еду в магазин. Поворотнички включаем. Идем в магазин. Ну, короче, я схожу в магазин, я включусь. Короче, ребята, все, я в магазин уже сходил. Купил себе продуктов покушать. Так, сейчас. Ребята, мне, знаете, какая пришла мысль в голову? А вы, наверное, не угадаете. Ну, может, угадаете. Вот автомойка тут. Ну, я, короче, как король проедусь. Человек, конечно, не по правилам был, но все равно. Эти дрифт. Нифига дрифтанул. Машина. Давай едь. Чё она не едет? Чё она заглохла?
Все, зашибись, привода. Капец. Ребята, короче, X6 сломанный. Привет, собачка. Ой, минус BMW просто. Блин, говорили же мне лучше не дрифтить на X6, на X5, если куплю. Нет, не обязательно нужно было дрифтануть. Ребята, короче, кто не знает? Короче, у машины, у BMW особенно, это часто, то, что у них ломаются привода. И вот, короче, у меня привода сломались. Это точно 1400 я попал, короче. Ну, короче, как я ее вытолкаю, позову соседей, вытолкаем в гараж, поставим, я включусь. Все, пацаны ушли. Разлеглась королева. А, вот, короче, мы X6, вот, мы его затолкали вот так вот. Вот еще на пассажирском сижу. Ой. Ай, голова. Вот, короче, минус машина. Просто минус машина. Ее на СТО нужно теперь вести. Да, только Мерседес починила. Короче, ребята, я не договорил. Короче, вот только с Мерседесом. Я Мерседес починил за большие деньги. 600 000 у него. Там и коробку, и все снимали. Вот поэтому я сейчас и продаю Мерседес, потому что мне сказали, советую тебе продать то, что у тебя сейчас все начнется ломаться. Вот это я его продаю. Ну, короче, так, просто. И BMW еще. Ну ладно, увезем на эвакуаторе ее к механику. Я включусь тогда. А, ребят, только что привезли, вот и. Ну, не только что, сейчас проверили уже. И к шестой вот сейчас будут, ну, уже подняли. Сейчас будут проверять. Мне сказали. Дня два потерпеть. Ну, они только узнают. А потом еще сколько, я думаю. Ого, это много дней, короче. Так что пока мне нужно искать временную машину. Ну, у меня, в принципе, временные машины, я знаю, где взять, если что. Ну, короче, просто плохая история с Бэхой. Ну, ее, если что, потом и тюнинговать сразу надо, чтобы у нас сразу была мощная прям. Потому что хочу мощи прям. На Мерседесе мне очень было этого хватало, но я его сейчас как продаю. Ну, навряд ли, думаю, я еще год Мерседес не продам, то что. Ну, думаю, до Нового года я еще могу на Мерседес ездить, но я пока что себе хочу джип просто вот. В принципе, Гелендваген по хорошей цене там продается. Его можно, в принципе, купить. Ну, я не знаю, короче. Давайте уже встретимся потом. Дня через два, я думаю. Ребят, купила себе новую машину. Угадайте, в какой сейчас машине просто сижу. Просто, я думаю, многие угадают, кто разбирается в автомобилях. Да, вот это вот согласен. Кто смотрит Дима Гордея, вы поймете то, что вот такие вот в этой машине вот есть. Да, ребята. Это Porsche Cayenne Turbo в новом кузове. Самая мощная комплектация. Крутая самая. Вот так вот. Я сейчас не хвалюсь, если что. Из зеркала заднего вида. Ну, как из зеркала. Послушайте просто звук.
Вот такая вот точилка, она просто крутая. Сейчас. Сейчас, ой-ой. Сейчас я вам на нее обзорчик такой сниму. Давайте, ребят. Вот, ребята, вот такой вот я сейчас снимаю с квадрокоптера. Вот такой вот борщик. Борщик. Вот такой вот, ребята, борщик, борщик. Блин, точила реально крутая. Замену бэхи, я думаю, это в 10 раз лучше. Но на самом деле, ребята, это не моя машина, машина брата. Просто он сейчас уехал в командировку, и у него еще один есть Porsche. Я ему вот, я у него, короче, пока что взял вот такой вот Porsche. Все, приехали. Выходим. Вот такой вот Porsche. А, подождите, фары выключить. Все. Блин, докажите, Porsche крутой вообще. Мне вообще Porsche нравится. Давайте потопчем. А уж тем более турбо это вообще чётенько. Особенно по салону, ребята. Салон вообще в эти тачки крутой садить вот сейчас. Такой вот, короче. Ну, короче, он когда прилетит, я ему, естественно, отдам его. Он прилетает завтра, и мне, получается, нужно ему отдать. Уже завтра, так что мы поедем сейчас подготавливать. Такой вот, короче. Ну, такое, конечно. Ну, так вот, ребята, я уже заканчиваю. Я, ребята, купил себе вот вид с квадрокоптера. Себе такой же, как у Рома, но комплектация... Такой же, как у брата, но комплектация чуть-чуть получше. Она самая последняя, короче. Это новая комплектация. Так, кстати, не самая новая. Это едет получше. Вот, например. Вот так. Ну, ребята, подписывайтесь на... На мою группу ВК, на мой ВК, на моего друга, на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока.